«За безопасность детства» – так называется выставка, которая открылась в Госдуме. Эта акция проходит здесь впервые. Задача организаторов – привлечь внимание к проблеме пропавших детей. На выставке представлено более 30 репортажных снимков с работы добровольческих поисково-спасательных отрядов, а также баннеры с постановочными кадрами, которые иллюстрируют непростую работу и призывают граждан быть осторожными. Выставка представляет собой изображение с реальных поисков различных отрядов, которые существуют в Российской Федерации. То есть здесь, нет, здесь различные регионы, да, и разные отряды. Подобные выставки ежегодно проходили в городе Одинцово. И это не случайно. Количество потеряшек в округе большое, но высок. И процент тех, кто найден живым и невредимым. Депутат Госдумы Олег Леонов сам неоднократно выезжал на поиски. Такая выставка проходит первый раз. Проблема важная. И я как раз хотел бы обратить внимание, что Одинцовский район один из лидеров по пропажам в Московской области. Не потому, что условия какие-то особые, а просто площадь большая, людей живет много. И поэтому, исходя из территории населения, конечно, теряется народу очень много. И я в огромном количестве поисков в Одинцовском районе принимал участие лично. И очень хотел бы сказать жителям, чтобы, когда они идут в лес, обязательно брали с собой полностью заряженный мобильный телефон. Если есть заряженный мобильный телефон, я смогу по телефону вывести из леса любого человека за 1,5–2 часа. Экспозицию в Госдуме могут посмотреть приглашенные гости. Главное – заранее получить пропуск. Сегодня приходили курсанты Следственного комитета, для которых поисковики провели экскурсию. Проблема поиска пропавших детей и взрослых очень важная. И такие выставки помогут обратить на нее внимание на самом высоком уровне. Мария Шматкова, Валерия Баранцева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».